представителям сочинского автотранспорта. Они закончили прохождение трассы и наступает кульминационный момент. Последний заезд всей нашей Олимпиады 2022. За рулем новороссийский водитель Олег Барабанов. Это последний заезд. Так, мы сейчас... Музыка какая сделана! Я думаю, что именно вот так можно поддерживать. Ой, это... Я даже вас на этом не видел, что Олег молодец! Он утопил, но не дотопил. У него уже есть и серебряная медаль, и бронзовый кубок. Ну что в этом году? Не дотопил. Давайте поддержим. Они сказали топить глубоко. Он дотопил глубоко, но не дотопил. Спокойно.